последних числах мая у нас в саду пердолок, и детский садик провожает своих детей, учеников. Ну до чего-то зал прийти, в глазах восторг и грусть немножко. Пусть все сейчас запомнят их кокетливых и озорных, немного дерзких и упрямых, по-детски шаловливых самых, неповторимых, дорогих и всех по-своему любимых и одинаково родных. Встречайте их! Зал, школа, наш, школа.
прощаться, а потом и в школу собираться. Ведь друзья прощаются не так. А как? Нужно спеть и станцевать. А как же так? Начать. Я помочь вам не могу. Людмилу Иосифовну на помощь позову. Детки, быстро в паре становитесь. Спинку прямо, не ленитесь. Выполняйте все движения, вы с улыбкой, с наслаждением. И тогда прощание детским садом у вас получится как надо. Приготовились? Спинки подровняли все. Мы вас заставали с танцем для вас, и в танце своем позаслев сейчас. Смотрите, мальчишки у нас кавалеры. А девочки дамы, какие манилы. Ты всех друзей собрал.
Пойдем танцуем и прочитаем стихи. А что ты, Роша, предлагаешь? Я хочу, чтобы было интересно. У нас лодунки интересные. Мы на выпуск согласен, мы на выпуск план, должно быть что-то особенное. Ведь это самый последний узелинник в нашем любимом детском саду. Мы сами не знаем, чего хотим, придется отменить праздник. Да вы что? В наше время столько возможностей! Привет! Предлагаю устроить современный проект в школу с детей 2016. Давайте попробуем! Мы начинаем проект «Школа с детей 2016». Но сначала, дорогие родители, я предлагаю мамам и папам вспомнить, как это все начиналось. Как папа у роддома мерз, как задавал, волнуясь, маме лишь один вопрос. Родился мальчик или девочка у нас? Ни с того, ни с сего с прохожими обнимались и носы утирали платочками. А за окошком мамы счастливые, кто с сыночками, а кто с дочками. Вы привели их к нам в ясельки. Держался Егор за мамин подол, Алеша заплаканный в группу зашел. Сашенька смело гуляла одна, в группу сама прибежала она. Помню, Матвей пролил молоко, жалко, что котик был далеко. Пухлый Тимошка еще мал, только что начал ходить и упал. Любили песком друг друга кидаться, а некоторые и зубками кусаться. Такими были шалунами, дрались иногда руками, ногами. Потом усаживались ребята на ковер, о чем-то щебетали, вели разговор. Вспомнили родители, какими беспомощными были ваши детки. Но время шло, ребята подрастали, в саду им было весело, интересно, они многому научились, многому узнали. Ой, вообще-то они об этом сейчас сами вам споют. Стали ребята. Ах, как хорошо в садике живется!
Давайте поплотно.
приглашали на праздник. Не приглашали, да я без приглашения прихожу. Я прихожу в любой детский сад на выпускной. Вот так, и я ищу себе друзей. Да, а вот в нашей группе все ребята очень дружные, умеют дружить, умеют играть. Возможно, вы найдете себе друзей. Но мы не знаем, кто вы, надо представиться. А я не сказала, кто? Ну нет, конечно, представьтесь, пожалуйста. Я Ягода, Ягода. О, смотри, вот эти дети плохо танцевали. Неправда. А вот это дети плохо эти пели. Неправда. Правда. Нет, неправда. Я все расскажу про них, все расскажу. Ягода, а вы-то кто такая? Кто вы? Кто-кто? Дети, кто я? Кто это? Воспитатель. А, воспитатель. Вы так чё ж вы воспитатель, так плохо детей научили. Они ничего не умеют ни петь, ни танцевать. Ну что это за воспитание? Уважаемая Ябеда, да. Наши дети все знают, много умеют. Ведь ты только пришла к нам в гости, еще не спела ничего. Видите, делаешь такие нехорошие выводы. Да? Да. Ладно, сейчас проведем экзамены и посмотрим, чему же ваши детки научились. А танцевать хоть и не умеют, пожалуйста? Конечно, умеют. Вот ты убедишься, Ксюша. Садового огня не надо заливать. Сердца давать, девчонки будут танцевать. Девчонки, посмотрю, я посмотрю. Какие девчонки. Вот смотри, смотри. Мы тоже можем показать, как классно научиться.
прекрасно. Ну-ка, мальчишки, выходите, покажите, как умеете плясать, ради того, чтобы убедиться. Никогда рассказываешь, что веселого на ракетах. Жили небольшие человечки, когда пришли. Человечки годы, что катались на реке. А по вечерам читали книжки. Ну, поехали. Раз, два, три, без газа на лица. Знаю.
как вы красивый. Ну-ка, пою, Маша, выходи. Ну-ка, скажи быстренько, сколько тебе лет? Мне 6 лет, я думаю, что школы, я окажусь. 6 лет тебе? А теперь, ну-ка, реши быстренько задачку. 6 прибавить 2? Будет 8. Ты что говоришь? А 4 минус 2? Будет 2. Золотая голова! Знаешь, как это? Ему даже сегодня 6 лет исполнилось. Поздравляю! Видишь, какого мальчика мы воспитали? Хороший мальчик. Хороший. А у нас все дети такие хорошие. И я думаю, им очень жалко расставаться с детским садом. Правда, ребята? Да. Сейчас об этом они споют песню. Выходите, парень. Маленькие солнечные. Мальчики, не боюсь. Thank you.
Возьми эти тетрадки. Не надо машинкой тебе в школе? Нет. Нет. Ну, молодцы, эти ребята умеют. Ну что, ребята, теперь давайте поиграем на скорость. Присаживайтесь, пожалуйста. Алексей и Тимофей, здесь уже на скорость. Не только на правильность, но и на скорость. Так, не нарушайте правильно. Берите по одной вещи. Хорошо? Да. Не забывайте про игрушки. Раз, два, три. Спасибо.
А я для тебя. Завершается наш
Вторая. Голос дети 2016. Но в этом году в школу пойдут самые умные, самые добрые, самые внимательные, самые веселые, самые дружные, самые спортивные, самые трудолюбивые, просто замечательные наши дети. Для вас, ребята, все только начинается. Встали все. Сашка, шаг вперед. Самый первый в жизни выпускной. До свидания, детский сад родной. В старшей группе Маша Мурка. Ждем с нетерпением сентября. Помашите старшей группе все, пока. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим учителям-дефектологам, которые
нам помогали работать с нашими звуками, которые старались, чтобы мы научились красиво говорить. Но иногда такие слова, а какие были муки, не давали детям звуки. Вместо рыбки – лыбки, миска вместо мишка, пыпка вместо шишка. Мы откроем вам секрет, всем поможет логопед. Этот доктор учит деток без ошибок говорить. Мы его должны за это дружно поблагодарить. Так что спасибо большое. Также хотелось бы сказать большое спасибо нашему музыканту Людмиле Иосифовне, вам. Фа, соль не отвечаем, дал не каждому талант, но нас это не смущает, в садике есть музыкант. Наши детки уже с малых лет музыку чувствуют и понимают, лихо они за куплетом куплет, дома на улице все распевают. Мы благодарны за деток своих, с миром прекрасного вы их сдружили. Мир этот чудный, вели нежно их, песни красивые петь научили. Спасибо вам большое, что они у нас такие активные. Может, не всегда у нас все получается, но они очень этому стараются. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Леонова сказала, лучше отметить нашего самого главного. Человека, который заботится о нас о всех, который руководит всеми и педагогическим коллективом, и детками, следит за их, скажем так, состоянием и внутренним, и внешним, и за всем учреждением дошкольного учреждения. А наша заведующая Людмила Ивановна, вам такие скромные слова от нас. А заведующая у нас красавица, и во всем делам, и со всеми делами справляется. А работа у нее объемная. И спасибо ей, скажем, огромное за умение конкурировать, за старание финансировать, за свежее питание и садика процветает. Так что в дальнейшем пускай садик всегда процветает. Хотелось бы сказать такие слова психологу нашему, Елена Васильевна, вам. Чтобы психика ребенка не внушала взрослым страх, им психолог нужен тонкий. Подсказать, когда и как, объяснить и то, и это, персонально сделать тест. Дать родителям ответы, почему их сын не ест. Психология, наука, непростая, братцы, штука. Без психолога в наш век жить не сможет человек. Так что от нас тоже спасибо вам большое. Найти подход ко всем нашим детям. Также хотелось бы сказать большое спасибо нашему руководителю физвоспитания Евгении Сергеевне, вам. Физкультура деток закалила, приобщила к спорту с юных лет, управлять собой научила, замечаний не было и нет. Надеемся, что наши дети в дальнейшем будут такие же спортивные и активные. Спасибо вам большое. Так что у нас также сегодня, скажем так, не смогла присутствовать наш заместитель заведующего по основной деятельности, но мы для нее тоже подготовили небольшой стихотворный, скажем так, текст. Но мы завтра это все передадим и поздравим, но я хотела бы, чтобы вы все услышали. Методистом мыслить нужно современно, чтобы детишек воспитать. Все науки, несомненно, методисту надо знать. Быть докой в психологии, детей физиологии, риторики и логики, конечно, в педагогике. И чтобы методистом быть, детишек надо любить. Вот. Ну, мы завтра также нашу Светлану Ивановну поздравим. Скажем вам большое спасибо. Также хотелось бы сказать спасибо большое нашим работникам прачечной, которые всегда следили за порядком наших деток, чтобы у них всегда постели были чистыми и аккуратными, чтобы полотенца были чистыми, чтобы никогда ни одна санстанция не подкопалась, чтобы постель не выстирана и не вымыта. Да? Спасибо вам большое.
и мечтает скорее поступить в первый класс. Почему же грустят воспитатели наши и слезинки роняют из ласковых глаз? Для детишек открылась заветная дверца, они выпорхнут все, как птенцы из гнезда. Вы отдали им все свое доброе сердце, не жалея для них своих сил и труда. Детям нежность дарили и щедрые ласки, от беды заслоняли всем сердцем любя. О победе добра вы читали им сказки, чтобы жить им с надеждой и верой в себя. Дети где-то теряли носки и колготки, мы сердились на вас от таких мелочей, но и с нами вы были спокойны и кротки, занимаясь святой работой своей. Пролетел выпускной, за букетами скроясь, разлетится из груди двора по домам. Воспитателям всем мы поклонимся в пояс, и медсестрам, и нянечкам, и поварам. Не грустите, родные, и слезы утрите, ведь вами гордится не только детсад. Огромное наше спасибо примите за то, что любили вы наших ребят. Любовью зажгли вы ребячьи сердечки, за детское счастье, хвала вам и честь. Работа у вас, как притоки у речки. Спасибо большое за то, что вы есть. Спасибо, спасибо большое. Так, у нас Егор еще не рассказал, на середину Егор. Громко. Поспали, давай, теперь ожидает котитат. Кафе, дела, немножко кушать, чтобы потесно в школу хотят. Ну что, ребята, пришло время попрощаться с детским садом. Давайте песни скажем детскому саду. До свидания. Чтоб забивает. Так, забивает. Полина. Так. И Максим. Максим! И Бог. Собою позовет, сколько песней отзовет.
торжественный час. Он очень серьезный и важный для вас. Вручается первая в жизни награда – диплом об окончании детского сада. Пускай у вас много будет наград, но первая в жизни дороже, чем вклад. И мы предоставляем слово Юлии Ивановне. Дорогие наши дети, уважаемые родители, от лица всего нашего коллектива я хочу вас поздравить с таким, вроде бы и небольшим, но вместе с тем и большим праздником, который в вашей семье, с окончанием детского сада. У нас с вами замечательные детки. Некоторые из них пришли 3 года назад, некоторые 4. Но эти годы, они пролетели как одно мгновение. И как бы результат нашей с вами совместной работы, так как мы вырастили наших деток, вы видите сегодня налицо. Они пришли совсем маленькие, в ясельную группу. Кто-то плакал, кто-то нет. Но на сегодняшний день у нас замечательные дети, замечательные воспитанники и выпускники, которые готовы к школе, к 1-му классу. Поэтому я вам, уважаемые родители, желаю всем крепкого здоровья, бодрости духов, успехов во всех делах и начинаниях. Терпение вам, потому что школа – это новая ступенечка образования. Вы уже первую все успешно преодолели, и теперь идете на начальное образование. Поэтому, уважаемые родители, я вас поздравляю, и я вас благодарю всех за наше социальное партнерство, за наше сотрудничество, что с помощью вас нам было легко и приятно работать. На самом деле, все вопросы мы решали, с каждым из вас мы сталкивались где-то лично. Где-то через воспитателей, где-то через детей приходилось. Но все у нас получалось, все мы вопросы с вами решали хорошо. Поэтому огромное вам спасибо, я вас благодарю за понимание, за помощь, поддержку и педагогов, и дошкольного учреждения. И мне хотелось бы этот торжественный момент, чтобы вы разделяли всей семьей. Поэтому мы сегодня будем приглашать семью и поздравлять с окончанием детского сада и благодарить родителей, чтобы этот торжественный момент был не только для детей, но и для вас, уважаемые родители. Благодарственным письмом награждается семья Сичкарук Натальи Леонидовны и Геннадия Степановича, а также приглашается Арсений. Поздравляем тебя, твой первый настоящий ребенок.
один выпускник, а завтра будет второй выпускник. На втором выпускнике. Очень красиво. Приглашаем Юлию Александровну, Александра Леонидовича, а также Матфея. Умничка, молодец. Благодарим вас за сына. Дай Бог вам успехов в дальнейшем и чтобы все было хорошо. Приглашаем Нину Станиславовну и Вадима Леонидовича. Леонидовича. А также Матфея. Молодец. Мы тебя поздравляем с окончанием садика. Это твой диплом. И вас поздравляем. Мы благодарим Рабцевич Елену Ивановну и Владимира Ивановича. И приглашаем Рабцевича Тимофея. Сестричке благодарности передаем, чтобы маме передали. А ты молодец, умница, все, ученик. Все. Приглашаем Оксану Сергеевну и Михаила Николаевича, а также Егора. Молодец, умничка, настоящий ученик. Оксана Сергеевна, спасибо вам большое. Замечательный и родитель, и наш воспитатель. Спасибо. Приглашаем Екатерину Ивановну и Олега Юрьевича, а также Ксению. Все, я тебя поздравляю. Молодец, умница, это для тебя. Это мама. Спасибо большое вам. И вам, дядя. Спасибо за участие в жизни. Вам спасибо. Уважаемые родители, нам просто невероятно приятно вот такой вот торжественный момент. Потому что на самом деле на протяжении этих 4 лет нам было легко и приятно работать. Работать с детками и растить наших деток вместе. Поэтому дай Бог вам здоровья, успехов, удачи. И чтобы все было хорошо. Не забывайте детский сад, приходите в гости, привозите еще детей, внуков. Вот. А мы будем рады. Спасибо. Послушайте, Анна Сергеевна. Уважаемые родители, дорогие мамы и папы, мы с Ириной Викторовной от всей души поздравляем вас с первым выпускным ваших деток, с окончанием детского сада ваших малышей. Они большие молодцы и умницы, они многое узнали и очень многому научились. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на меня. Желаю вам легкой учебы в школе, веселых игр и надежных друзей, которые научат вас только хорошему. И от нас с Ириной Викторовной я хочу вручить вам дипломы за стремление в обладении устной речью, за старание в звукопроизношении усердное, за речевые достижения ваши первые. Вам вручается логопедический диплом. Удачи и везения вам во всем. Награждается Сечкарук Арсений. Подходите. Награждается Рабцевич Тимофей. Награждается Занька Александра. Награждается Антонович Матвей. Награждается Шуляк Матвей. Награждается Железная Ангелина. Железный Алексей. Помощь Полина. Письмо Ксения. Юрения Максим. Сергейчик Матвей. Дорогие ребята, посмотрите, пожалуйста, на своих родителей. Они сегодня, наверное, все гордятся вами. А я, уважаемые родители, хочу вам выразить искренние слова благодарности за наш совместный труд, за ваше понимание, за вашу активную и материальную помощь, и моральную поддержку. Может, не всегда было легко найти какие-то средства,
средства, чтобы помочь нам организовать игровую зону. Вот и жалюзи вы нам помогли приобрести. Мы очень вам за это благодарны. Благодарны за понимание вопросов воспитания. И хочется пожелать, чтобы ваши детки в первую очередь были всегда здоровы. И, конечно, радовали вас своими успехами в школе. Добрый путь! А мы от своей группы тоже приготовили для ваших ребят небольшие сувениры. Это карандашницы. У ваших детей будет много школьных принадлежностей. И чтобы они, так сказать, были всегда в одном месте, пусть на память на вас сами за эти сувениры. Дорогие ребята, дорогие родители, а теперь мы приглашаем родителей.